Всем привет, привет еще раз. Это Лампе Пиратской Женщины. Что сумасшедший дом. Сумасшедший дом. Вы сами за меня знаете. Я пока все не уберу, не успокоюсь. Ой, короче, все сейчас перемыла, все убрала за ними. А вот. В общем, все хорошо. Так, чайник поставить. Жрать хорошо. Время уже 4 часа. Вот. 4 часа. Представляете? Мы еще, как раз, не жрам. Себя всю в стирку. Сейчас вот новый халат одела. Сейчас этот тоже в стирку пойдет. Вот, и короче, это надо будет. Ой. Короче, нам сегодня надо сходить выкинуть мусор. Там мусор до хрена. Надо будет еще забрать торшер и собрать его. Надеюсь. Кушать хочется. Мне кажется, сейчас ищи залетят за мелкую. Прям вы как. Сейчас вот хожу, блин, ругаюсь. Просто, знаете, вот ругаюсь вообще. Ну, в принципе, как и писали. Знаете, по поводу вот этой логистической компании, которая делает доставку вот этих диванов и прочее. Что все негативные отзывы у них в основном из-за вот этих вот доставщиков. Они же типа отборщики, в кавычках. Которые увидели сегодня диван в первый раз. Собирали его по инструкции. Ножки все, сикось-накось. Та, которая вперед, она сзади где-то там. Вот, та, которая сбоку, она там вообще где-то непонятно. В общем, короче, капец. Говорю, вот если бы мы не заметили бы, понимаете, то просто бы они уехали бы, им было бы вообще срать. Ну, стоят ножки вот так вот. Понимаете, у них вот принцип, они вот в разные стороны. Вот так вот. То есть вот, вот. Они поставили, они вот так вот. Одна вот так вот, другая вот так вот. Та, которая в центре, она прямая, они ее вперед поставили. А это сбоку. Я говорю, вы что, охренели? Я говорю, а давайте собирайте. Ну, слава богу, хоть собрали. Вот, признали то, что да, действительно, мы понимали наличие. Ну, пардон, я плачу за грузовой, извините меня, не за грузовой этот, за подъем. Если у вас все получилось поднять просто в обычном лифте, возвращайте деньги. 4200. Что они, на дороге, что ли, валяются? Нифига. Плохие деньги на дорогу не валяются. Поэтому я говорю, я составила претензию, чтобы мне вернули. Ну, там, благо, нормально, адекватные люди. Сказали, что все хорошо, все вам вернем, не переживайте. Я говорю, я не переживаю. Я говорю, у меня все видео зафиксировано. Что, как говорится, подъем был на лифте. И прочее. Сыроватый суп. Немножечко разбодяжу. Потому что все такие дела. Там все может есть вкусного там. Вот есть черный хлеб, который у нас еще откупал. Короче, как-то так. Подсолить. Нужно посолить, поперчить. Ребята, сколько раз уже говорю? Не отстаивайте всегда свои права. Следите за каждой фигней. Меня отец тогда еще научил. Он всегда, знаете, вот кто-то, вот работники там туда-сюда. Всегда следил за каждым процессом. Понимаете, хороший руководитель, он должен быть сведущ в каждой детали. Но как хорошо, что у меня технический склад ума. Вот. Да тут даже, извините меня, без технического склада ума можно было понять. Что все в разные стороны вот так вот. Ну, благо все хорошо. Все хорошо, что хорошо заканчивается. Так. Огурчик, огуречики. Ну, сейчас что-нибудь накидаем по-быстренькому. Все, даже еды-то как-то особо нет. Смотрю. Еды-то нету. Что за фигня? Хожу босиком. Потому что тапки сохнут. Сходили. Как его называется-то? Скрутили все эти. Я говорю, ребят, вы коробки заберете? Нет, это все не входит. Я говорю, хорошо. Нет, знаете, я спросила, ну они там начали коробки накидывать там туда-сюда, я спрашиваю, ребят, вы коробки забираете, да? Он говорит, нет, мы не забираем коробки. Я говорю, хорошо, давай тогда разбираться. Вы, у вас оплачено подъем ручной? Ручной. Почему мы поднимали на лифте? Тут не принцип, понимаете, чтобы они именно подняли руками. Тут принцип в том, что им оплачивается, вот, они... не могут. Если бы они хотя бы коробочки с собой забрали, то как-то, знаете, им пофигу было. Вот, ну, хорошо.
раз вы даже коробки не можете с собой забрать, тогда давайте разбираться. У меня, как говорится, не забалуешь. Тоже он сегодня звонил по поводу этих, по поводу батарей. Вот так и холодная батарея. В итоге, что? Ну вот, сейчас два дня, оно будет там проталкиваться, там туда-сюда. Потом, если что, я буду ходить, пробивать. Он в прихожей у нас. Так там все пленочкой-то и пакетиком так все и замотано. В общем, ВОЗ и ныне там. Почему-то всех, понимаете, вот как я, меня вот постоянно бесит вот это вот наш, пардон, наш менталитет. Никто не хочет работать, да? Пока не начинаешь пинать, толкать, требовать там какие-то свои права качать, никто не будет работать. Никто. Просто никто. И вот за каждым, я говорю, реально нужно за каждым просто следить. Чтобы работа шла. А если вот так стоять, кучу сложили. И что потом претензии составлять? Ой, у нас здесь это, у нас здесь то. Сразу, пускай делают все хорошо. Какие претензии не будут. Так что вот. Я говорю, Вован, Вован, тебе повезло с женой. Очень повезло. Что я у тебя такая боевая единица. А стоит, подушки сложили. Я говорю, ну что ты? Я говорю, ты не видел, что ножки? Видел. Я говорю, а что ты не сказал? Ну, они тут, наверное, собирались сделать. Я говорю, ага. Я сказала, когда они уже боковую часть прикручивали. Финальный бал. Короче, как-то так. Всех нужно строить, понимаете? Всех нужно строить. Вот спасибо моим родителям, а мой характер был. Сложно мне мужика найти. Было такого же сильного, как я. Жизнь сама очень сильная. Характер был. Отец подарил. Вот тут я и такая. Все держу. Везде. А мужик коп и баб. Вот так. Ну и все. С мужиками нормально могу пообщаться. И все. Одна не пропаду. В любом случае. А вот другие могут и пропасть. Я сама такая по себе. Ой. Мне так удобно. Так, супчик закипает. Сейчас бутербродики, супчик. Сходить овощи, купить овощей нету. Так, оп. Оп. Нет, мне на самом деле было бы, конечно, тяжело без Вована. Тут как ни крути, все равно он молодец, он помогает. А мне было бы тяжело какие-то, знаете, где вот физические какие-то моменты, там еще что-то. То есть у меня характер такой, да, сильный. Вот, и... А он меня в другом компенсирует, так что... Тут мы взаимодополняем друг друга. Конечно, его тоже нужно гонять, вот, и строить, но в любом случае мы банда. Общая банда. Так вот. Так, все, бутербродики. Так, это вытянуть. Надо убрать. Лежарка пока вообще. С этой батареей. С этой батареей, да. Не, диван, кстати, хороший. Потому что ящик, конечно, по сравнению с предыдущим ящиком, который у нас был, этот ящик просто прям никакой. Туда вот два этих пакета положили и все. Он просто вот он целый. Так. Сыр-брик не хочу. Сейчас, знаете, чисто просто заглотнуть что-нибудь по бурику. И все. Так, огурец, помидор. Сама, огурец и помидор. Thank you.
Сейчас смотрела этот листочек, где там прописано, за что мы платили и прочее. 1700 доставка. Ну ладно, хорошо, доставка 1700. Хотя, знаете, 72 тысячи сам диван стоит. Вот, плюс 4200 вот этот подъем. Подушки там еще у нас отдельно, такие зеленые, красивые, я заказала, чтобы оттеняли. Не, кстати, я сейчас вот смотрю, и я рада, что диван не зеленый. Потому что если бы он был зеленый, было бы жопа. Так что нужно отстаивать свои права. До последнего. Господи, спасибо, у меня такой характер. Паш, спасибо. Спасибо, что у меня такой характер. Не знаю, если бы я сошла с Вованом, у меня был бы какой-нибудь, знаете, характер кроткой овечки. Нас бы обоих уже обули бы. Да, и просто по-другому бы все было. Жили бы по-другому. То есть сюда может быть более спокойно. Вот, но скучно, однообразно. Возможно, бы уже развелись из-за того, что денег нету и прочее. Были бы обычными. Обычными. Я не хочу быть обычным. Я хочу быть уникальной. Уникальной и неповторимой. Какой я и являюсь. За это вы меня и любите. За это вы нас и смотрите. Вы нас и ненавидите, и любите одновременно. Вот так вот. Hate love, или как-то так там одна девушка писала. Говорит, hate love называется. Что когда ненавидят и любят, и не могут жить без нас. Несколько часов просто. Видео на 2 минуты собрало 24 тысячи про. 2 минуты. Я просто сказала, что мукбанка не будет. Все. 2 минуты 24 тысячи. Сколько? Целую арабу там обзорщиков кормим. У меня чайник не закипел. Почему чайник до сих пор не закипел? Сколько уже болтаю, чайник до сих пор не закипел. Ну, жесть просто. Жесть, как она есть. Так. Ну, у нас же воду сегодня привезли, Вован тут залил его. Не знаю. Вот он никак и не закипит. Ну, все хорошо. Перед днем рождения все хорошо. Я себе подарила то, что хотела. И это здорово. Я люблю тебя. Это здорово. Какой хлебчик у меня здесь. Так. Все, диван на месте. Что еще? Рак надо будет. Надо заказать раков. Раков, раков. Как хорошо, что мужик с интернетом пришел мне сегодня. Очень здорово. Бог услышал мои молитвы. Нет, точнее, Бог не услышал, он просто оценил мои силы и понял, что эмоционально я не выдержу. Я не вывезу это. Ну что тут, скипать будет? Нет вообще. Так, кстати. Положил на тряпочку еще. Включил. Так здорово, девочки. Вчера смотрела здесь записи. А видео. Так, отключение, несмотря на воспроизведение, было остановлено по причине отсутствия пользователя активности. Ну, стало не тем заниматься. Как-то не туда пришла. Мама Ольга сразу после родов написала на Катю отказ. И до меня было много детей таких же, от которых она просто отказывалась. Наказания у вас были в норме всегда, даже когда мы переехали первый год. Только первый год, когда с нами жил. Нет, кстати, здорово, что он сразу включается автоматически, я прям рад, да. У меня тут запугало, что сначала тут одно приложение включать, потом второе, потом третье. Не, нормально. И так. Ready, body, and I do not.
чувствую. Я люблю тебя, это здорово. Так, суп, пускай чаек заварится. Супчик у меня согрелся, бутербродики, овощи и так далее. Люблю всех, целую, девочки. Держите все в своих руках. Знаете, хочешь делать что-то хорошо, сделай это сам. Вот так вот. Все. Люблю всех, целую, увидимся. Пока-пока.